Добрый день. Меня зовут Малашонок Наталья. Я пользуюсь приборами биорезонансной медицины с конца 2008 года, то есть уже 11 лет. В моем доме нет ни одной таблетки, нет прибора для давления. Все проблемы, которые возникают вот в рабочем порядке, можно сказать, я убираю с помощью прибора. В настоящее время, вот уже 2 года, можно сказать, уникального прибора Smart Life. Почему? Потому что с 2008 года, как я стала пользоваться приборами, это уже прибор 5-го поколения. Он исключительно эффективный, очень удобный, простой в обращении. И у меня и у моих близких нет за все эти годы ни одной проблемы, которую бы мы не решили. Поднимается иммунитет, мы практически не болеем. А если даже чуть-чуть у там у дочери или у внучика начинается там вечером, пришел с заложенным носом, или мы знаем, что в садике сейчас эпидемия вируса, тут же выставляем комплекс, все программы по аденовирусу, 5-6 программ из раздела гриппы, очистительные программы по стимуляции иммунитета и стабилизации и по иммунной системе. И к утру ни у кого никаких следов. Это не значит, что проблема прошла уже, но нет никаких показаний уже к болезни. Человек себя хорошо чувствует. А прибором с этой программой мы пользуемся еще 10-14 дней. В моей семье каждый член семьи имеет свой прибор. И уникальность этого прибора в том, что здесь несколько несущих частот, то есть люди, находящиеся в одном пространстве, то есть семья, каждый может пользоваться своей программой, выставив прибор на свою несущую частоту. Это полная уникальность данного прибора, потому что других приборов с несколькими несущими частотами нет. Это исключительно удобно. Так что живите с биорезонансной медициной и с приборами Smart Life.